Индустриальный парк объединил фабричное и ручное вязание оренбургских пуховых платков. Общая площадь индустриального парка, который расположен по улице Росковой, составила более 4 гектаров. Мы здесь разместили порядка 10 резидентов, в том числе фабрика оренбургских пуховых платков, оренбургская носочная фабрика, детская трикотажная фабрика, комбинат пуховых платков здесь представлен. В рамках реализации проекта будут образованы новые предприятия и создано более 250 высокопроизводительных рабочих мест, так или иначе связанных с развитием оренбургского пухового платка. Здесь же на Росковой 10А открылся многофункциональный центр. Он оформлен по-новому. Стиль называется «Мои документы», утвержден Министерством экономического развития. Мы рассчитываем, что здесь будет пропускная способность до 1500 человек в день. Здесь работают специалисты-универсалы. Создано 55 окон. Это не просто откуда-то с неба взято это количество, это рассчитано на количество жителей Южного округа. Впрочем, обратиться за помощью в МФЦ может любой желающий. Оформить документы на недвижимость, выдачу государственного сертификата на материнский капитал или загранпаспорт. Здесь предоставляется весь перечень услуг, которые уже оказывают в главном офисе МФЦ областного центра.